С самого утра в областную и районные общественные приемные партии «Единая Россия» приходят люди, чтобы написать в открытках поздравления президенту России Владимиру Путину с днем рождения. Пожалуйста, вот здесь вот вы можете написать все, что считаете нужным. Свои пожелания пишут студенты, пенсионеры, жители области и, конечно, те, кто состоят в партии. Для кого президент – пример мужества, защитника и ответственного руководителя. Под его руководством наша страна достигла высоких экономических, социальных результатов, огромного развития. Это человек, который ценит в людях честность. Это человек, действительно патриот своей страны. Он является оплотом нашей государственности, он герой нашего времени. И несмотря на то, что сегодня выходной, я счел своим долгом прийти сегодня сюда и поздравить нашего дорогого президента России Владимира Владимировича Путина. Наш президент очень много делал для России, для нашей страны. Мы хотим поздравить, вот прошу поздравить президента с днем рождения, желать всего хорошего, успехов, процветания для будущей России. Он, ему здоровья, чтобы смог вот так управлять, как и управляет. Все поздравительные письма направят в Москву главе государства. Армен Марукян, Алексей Рязанцев, Брянск.